В Тюменской областной избирательной комиссии подвели окончательные результаты выборов президента. Недавно там завершилось итоговое заседание, которое провел председатель облизбиркома Игорь Халин. Ну а сейчас на прямой связи со студией наша коллега Любовь Болдырева. Она готова рассказать самые точные цифры. Любовь, доброго вечера. Передаем тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Да, у меня самая свежая, самая последняя информация. Итак, за Владимира Путина проголосовали 672 385 избирателей. Это 79,75% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Ну и самое главное событие, которое недавно произошло здесь, в облизбиркоме, это подписание двух самых важных документов. Это итоговый протокол и сводная таблица по итогам голосования по Югу области. Она на 5 листах, и как раз сейчас вот за моей спиной вы видите ее, только она в увеличенном масштабе. И сейчас я предлагаю посмотреть, как проходило само подписание. Предлагаю перейти к подписанию протокола избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Тюменской области на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Значит, после того, как все распишутся, проставим время. Сейчас указана только дата 19 марта 2018 года. Поскольку все у нас присутствуют, члены избирательной комиссии Тюменской области, никаких отметок у нас там болен в командировке и так далее не будет. Вот, поэтому предлагается подписать оба экземпляра протокола. Я добавлю, что один экземпляр итогового протокола и сводной таблицы остается здесь, в облизбиркоме, а второй экземпляр направляется в ЦИК, чтобы уже затем Центр избирком смог подвести итоги выборов президента в масштабах всей страны. Студия. Спасибо, Любовь. Мы с Леной знаем, что это еще далеко не все, что ты нам на сегодня приготовила.